21 июля, начало нашего отпуска, и мы отправляемся на Черное море. С нами Вероника, Ксения, Татьяна и Петрович. Вот. По дороге мы только выехали, сегодня погода пасмурная, и солнышка нет, это хорошо. Суббота, все идут на юг. Посмотрим, как будет дальше. Единственный минус — это участок платных дорог. Надо постоянно останавливаться, платить. Поэтому покупайте транспондер. Едьте без остановки, не езжайте. Поезжайте вам. А мы выдвигаемся. Что будет интересное, по ценам расскажем. Бензин заправили. По расходу у нас примерно на полный бак на 500 километров. Едем до Ростова. А там посмотрим. Ладно. Это видео я снимаю для тех, кто поедет через неделю. Как там море? Все увидите, все узнаете, если досмотрите до конца. А мы погнали. Вот, если едете за наличные, придется постоять в пробочках. Поэтому покупайте транспондер. Это не реклама транспондера. А чтобы не стоять в пробках. Здесь мы стоим за наличным, вот там люди спокойно приезжают. Раз, и чуть-чуть, ну, пролетел. И уже на югах, в отличие от некоторых, которые стоят в пробке. По навигатору еще в одном месте сейчас будет пробка большая, где обычно объезжают по проселочным дорогам, где на скутерах пацаны сидят и показывают дорогу, как объехать. Но судя по комментариям в навигаторе, там перекопали все везде, поэтому не знаю. Если получится, объедем оттуда, покажу вам дорогу. Точнее, расскажу, можно оттуда проехать или нет. Если нет, то будем стоять в пробке. А за мной, смотрите, поле подсолнуха. Какая красота. Ну, а мы выдвигаемся дальше. Так называемым Лосево. Придется здесь подторчать немножко. Много стоит предложений объехать эту пробку за определенную сумму, но мы на это дело не поддадимся, поедем по прямой. Такие вот горы здесь, барханы. Проехали от последней заправки 144 километра. Так что движемся дальше. Тихо, тихо. Жмет. Вот еще одна авария со встречки, походу. Уснул, наверное. Стоим. Ух ты, все рассыпал. А нет, он, видишь, врезался в легковушку. В лоб.
Вот и наступила ночь, благодаря всем пробкам, авариям. К Ростову мы подобрались только в 11 часов. До Ростова осталось 17 километров, до Краснодара 292. Вот к чему приводит аварийная ситуация на дорогах. Было несколько аварий. В одном были пострадавшие, так что аккуратней. Нам еще двигать час, и мы останавливаемся на ночлег. Завтра будет продолжение. Всем доброе утро. Время 7 утра, проснулись. Сейчас позавтракаем и поедем дальше. Остановились за Ростовом, на Каштановой улице, 14. Ночью нормально можно перетуситься. Это наш четырехместный номер, да? До 1500 сняли. Сейчас позавтракаем и поедем дальше. До Анапы нам осталось только 350 километров. Ночью не стали ехать, так как аварий много было. Тянулась дорога. Ладно, думаю, дальше увидимся на море. Смотрите дальше. А вон там. Адыгея, Адыгея. Смотрите, какая красотища открывается. Горы. Спуск, подъем, спуск, подъем. Чем ближе к морю, тем ярче небо. Нам осталось пару часиков, и я вам покажу Черное море. Как же мы на нем не будем купаться? Оно же волнуется без нас. Ты что? Добро пожаловать! Эй, мы в Анапе! Мы прибыли! Добрались до отеля. Потише стало, но оно чистое, ходил на него. Да.
Иду туда. Можно найти все, что угодно. Пиццу, роллы, шаурма, столов всякие. Комплексные обеды есть 190-120 рублей. Поэтому нормально. А мы завтра, может, послезавтра заглянем на рынок в Анапу. Хочется рыбки свежей. Что? Это выглядит. После обеда, в 5 вечера, мы в часик, наверное, прибыли, пока сюда-сюда. Сейчас мы посмотрим, какая там чистая вода. А то, помнится, перед поездкой я смотрел видео, там были водоросли всякие. Подожди. Собирал улиточек для фотосессии. Море сегодня вообще шикарное. Арабика. Арика! Арика! Что я Арика звала? Арика? Да. Копай яму. Арика! Ладно. Прудики. Да вон там, на берегу. Ты вот так как-то скачу. Вода вообще шикарная, прозрачная. Рыба плавает. Завтра попробую понырять, пострелять, может.